на носу крещение. В ночь на 19 января многие верующие христиане отправятся нырять в прорубь. Я всегда вдохновлялась и восхищалась людьми, которые вот так вот смело могут окунуться в холодную воду. И решила к ним присоединиться. Но для начала я проконсультируюсь со специалистом. Хочу нырнуть в прорубь, буду это делать уже во второй раз. И хотела бы подготовиться, что мне для этого нужно сделать. Алгоритм. Значит, последовательность действий перед тем, как окунуться в проруби. Значит, во-первых, нужно обязательно перед тем, как нырять, окунаться в проруби, измерить давление артериальное, чтобы цифры давления были нормальные. Если с этим первым пунктом все хорошо, то дальше простые правила. Значит, сразу же быстро раздеваться и вот на мороз выскакивать, на снег, этого делать нежелательно. Нужно это делать постепенно, то есть верхнюю одежду снять, раздеться по пояс. Самый последний момент – вставать босыми ногами на снег. С осторожностью нужно относиться к купанию в проруби детям маленьким, лицам старшей возрастной группы, то есть 60 и старше. Но это уже связано с некоторыми физиологическими особенностями. Значит, ни в коем случае нельзя резко прыгать в воду, то есть нужно заходить постепенно, в первую очередь окунать ноги. Значит, нельзя нырять вперед головой, потому что низкие температуры могут привести к спазму сосудов и вплоть до потери сознания. Если не выполнить ряд требований, не прислушаться к правилам, какие последствия могут быть? Это серьезный стресс для организма. Спазм сосудов, если это какие-то вот резкие мероприятия, резкие прыжки в воду, в холодную и так далее, спазм сосудов может привести вплоть до образования тромбов, отрыва тромбов. Ну, а это уже серьезная сосудистая патология, которая может привести вплоть до летального исхода. И пока одним нужно время, чтобы подготовиться к тому, чтобы окунуться в прорубь, а другие на протяжении всего года активно закаляются. 20 ноября, полет нормальный. Иван. Закаляйтесь, ребята. Началось все с моего отца, а не с меня. В детстве, как и у многих детей, у меня были проблемы с кожей, аллергический дерматит. И отец его победил таким образом, что сажал меня в ванну с холодной водой, и так мы победили. Так и кушать все начал, да, и перестал бояться холода. Дальше в разные периоды моей жизни, и школьничество, и детство, да, тоже закалялся и чувствовал, что это дает мне некоторую энергию. Вот. Были разные опыты, и холодная вода, и бег раздетым на улице в холодное время зимой. Было и обтирание снегом, и уже в течение 3 лет на реке Садыяха я ежедневно, ну практически ежедневно погружаюсь в холодную воду. И это дает прилив энергии, простудные заболевания какие-то, вот такие вещи мне не свойственны. Раннее утро, искупался в реке, теперь пробежка. Друзья, будьте здоровыми, будьте сильными. Для того, чтобы погрузиться в купель, нужно быть готовым не только физически, но и морально. Об этом нам расскажет более подробно Ирий Владислав. В наше время прочно укоренилась такая традиция, что в этот день, вернее даже в ночь с 18 на 19, в городах устраиваются так называемые иордании, проруби, в которые все желающие, верующие люди могут прийти и погрузиться вот с таким вот правильным духовным осмыслением того, что произошло в этот день когда-то с нашим Спасителем Иисусом Христом. Как он когда-то погрузился в воды реки Иордан. Вот, и мы, вспоминая это событие, тоже это делаем. Но мы понимаем, что это погружение, оно не является таинством крещения. Мы понимаем, что никакие грехи эта традиция не смывает. То есть это просто такая вот традиция, которая подходит, надо сказать, не всем. К ней нужно подойти очень-очень ответственно. Если человек решил в этот день погрузиться в крещенскую купель, то что необходимо? Необходимо соотнести свои физические возможности, возможности своего здоровья с этой традицией. На берегу реки Садыяха все готово для крещенских купаний. Традиционно подготовлено 3 купели, 2 мужские, 1 женская. Глубина каждой достигает до 1,5 метров. Надеюсь, сегодня я не испугаюсь и погружусь в ледяную воду.